Маму что-нибудь рассказывай, как ты ее любишь, чи не любишь, слушаешь, не слушаешь. Ну, я маму люблю очень сильно. Я ее всегда слушаю. Не балуешься? Иногда. Или балуешься? Иногда балуюсь. А кто строже, папа или мама? Строже. Угу. Кто вас воспитывает? Мама или папа? И мама, и папа. Ну как они вас воспитывают? Хорошо воспитывают. Да? Да. Ну как хорошо? Ну, распорядок дня есть какой-то у вас? Или так? Ну, когда как. Посуду кто у вас в доме моет? По очереди. Я и Ада. И бывает, что если мы не успеваем, то мама и папа моют. А. Так и мама с папой моют? Да. А куда вы не успеваете? Мы когда в школу ходим на тренировку. Угу. Зина, когда у тебя день рождения? 31 июля. 31 июля? Угу. Какого года? 1998. 1998 года. Отлично. Это ты в каком классе учишься? Шестой это класс. А у вас есть основы здоровья, этот предмет? Да. А что там рассказывают о них? Расскажи. Ну, нам рассказывают там правила дорожного движения, что это такое. Там рассказывают всякие болезни, которые могут передаваться. Ну, мы, конечно, не слушаем ничего. Чего не слушаем? Неинтересно. Неинтересно? Чего? А с какого класса его показывают? С первого. С первого класса, да? Основы здоровья? Да. Ух ты. Ты знаешь, что мы будем снимать кино про твою маму? Она тебе уже говорила? Не говорила еще? Да ну. Кино будет про маму. И про меня. Ну, конечно. И про вас, про всех. Ты? Да. Ну-ка, мы хотим его сделать такое кино, чтобы было интересно смотреть вам, детям, маленьким. Вот. А мне, в этом году у нас был праздник Пурим, к нам приходил режиссер Олег Иосифович. Из какого-то канала, и он что говорил, что приглашает там несколько девочек в апреле месяце куда-то в Киев сниматься в фильме. Олег как? Иосифович. И что это будет за фильм? Не знаю. Ну, уже с апреля прошел. Ну да. Ничего еще не звал никуда. Какой это должен быть фильм, смотри, про твою маму, чтобы детям было интересно смотреть, как ты думаешь? Ну не знаю. Сейчас вообще, у нас вся школа смотрит фильм, сериал. Какой? Закрытая школа. Школа называется? Закрытая. Он страшный чуть-чуть, но он очень интересный. У нас вся школа его смотрит. Закрытая школа? Да, в интернете можно найти. Мы уже все 20 серий посмотрели. А сколько в этой... А что там интересно? Ну, там рассказывается про школу большую, в которой сзади лес такой большой, страшный. И туда никому не разрешают ходить. В лес? Да. Чай или кофе? Чай. А что не разрешают? Чай, да? Директор там классный. А что не разрешают? А что там? Ну, там страшно очень. А зачем вы смотрите, если страшно? Ну, в лесу страшно, поэтому... В лесу страшно потом. Подожди, ты ходишь в еврейскую школу? А, в еврейскую, да? Да. И, ну, вы все ходите в еврейскую. Сколько у вас в группе, в классе? Шесть. Шесть человек? Хороший класс. 6 человек. Просто даже нечего. 6 человек. Наоборот, нас каждого спрашивают на руки. Мне нечего спросить. Все же детки, наверное, один... Как Амрита. Как Амрита, да. Юля наша ходила тоже. Амрита была частная школа. Да. Тоже в классе не. А было такое, что она вообще одна, по-моему. А где эта школа находится? На Дзержинского там. Да? Ну зови Аду, зови Ваню, будем сейчас за кино рассказывать будете. Какое кино будет? Ваня.
Алена, включайся давай. Я не знаю, что спрашивать у детей. Я у всех брал интервью, я брал у губернаторов, у Кобзона брал. У Кобзона брал интервью. Я не знаю, у кого. У Меладзе раз 10 брал. Аж с Розенбаумом очень понравилось интервью, когда я брал. Гарри Кричевский. В общем, у меня есть что рассказать. А у детей как-то, ты знаешь, это, я считаю, что это я вот ошибка. Ну, это моя недоработка. Тем более фильм будет однозначно, чтобы дети смотрели его. Давайте, рассказывайте, что это за кино? Ада, идите сюда, садитесь. Где Ваня? А какой вы сейчас смотрите? Что это за фильм? О, и все смотрят, оказывается. И что, что там такое интересное, что вы его смотрите? Ну, там просто про обычных детей. Ну, про школьников. Про школьников. Как они, которые там, у них учитель по истории, он тайны разгадывал всякие. И он пришел в этот лес что-то узнать, и это заинтересовало тех детей, что происходило, это был когда-то детский дом, как бы, и что происходило в этой школе. Им начало это быть интересно, они пошли в лес тот, ну, искать всякие приключения себе на свою голову. И что там приключилось? И то, что там, ну, всякие приключения, и они разгадывают загадки, тайны, ну, они хотят найти, как бы, это, ну, своего учителя, которого убили. А его уже нашли они. Они хотят найти человека, который убивает. Это по телевизору показывают, да, его? И по телевизору, и по интернету. А когда его показывают? По какому каналу? По СТС. Оля, почему? Нет, СТС. А чего мы не смотрим? Это по спутнику. И ни конца, ни края нет этого фильма, да, на? Ну, сейчас еще не продолжение пока что. 20 серий показали, продолжение еще не показали. Уже 20 серий показали? Ничего себе. Кого? Да. Там такой конец обрывный. А вы в интернете уже все увидели, да, наверное? Ну, и в интернете, по телевизору. Ну, хорошо, расскажите про свою маму. За что вы ее любите? Как она вас... За что она вас ругает? Вот что вы делаете, что она вас ругает? Или не ругает? Или она вас не ругает? В эпохи оценки ругает. За какие эпохи? Почем? Дурак. Ну как? Ваня, иди давай интервью, в самом деле. Давай, Ваню зовите. Что это без Вани? Как это без... девчонок? Как это без Вани? Бывает эпохи оценки. То, что мы не слушаемся иногда. Ведемся. Вот главное, он все знает. Давай, Ваня, рассказывай. Садись. По центру его садите. А ну, садитесь вот так, чтобы вас все попали в один кадр. Вот сюда, вот сюда, садитесь вот сюда, вот на эти стулья. Давайте по очереди. Алена будет у вас спрашивать, а вы будете отвечать. Давай, Алена, спрашивай. Что я спрашиваю? Ну, какое кино должно быть про маму? Знаете, что мы кино снимаем про вашу маму? Расскажите. О, Ваня уже знает. Кино про вашу маму. Чтобы его смотрела вся школа. Ну, конечно. Взрослые дети. Не, ну, чтобы все детки смотрели. И говорили, вау, вау. Какой классный фильм. Ну вы так будете смотреть его, хоть он хоть хороший будет, хоть плохой будет. Вы его все равно будете смотреть и все равно будете говорить, что он хороший. Правильно? Вы же не скажете, что он плохой. Так, чтобы понравилось вашим одногруппникам. Чтобы вы все... Самбурская понравилась. Да, чтобы в классе все смотрели. Вот какой бы вы смотрели? Синьки понравилось. Вот вы бы... Вот давайте сделаем так. Какой бы вы смотрели фильм про другую тетю? И чтобы вы его этот смотрели, фильм, что там было такое интересное? Именно фильм или фильм? Не-не-не, сериал. Не, ну сначала одна серия, там посмотрим. Маленький сначала такой, минут на 30-40. Что там должно быть? Ваня, давай с тебя начнем. Вот что должно быть в фильме, чтобы ты целых полчаса сидел и никуда не дергался и смотрел его? Что-то такое интересное, загадка. Ну что? Загадки. И чтобы все с ожиданием ждали следующей серии. Ну как? А что должно быть? А что должно быть в этой серии? Что
Ваня, ну скажи, ты еще слова не сказал, он разговаривает, умеет Ваня у вас? Да. Жаль, он еще слова не сказал ни одного. Здрасте. Ваня, скажи здрасте. Здрасте. Слава Богу, здрасте сказал. Ну, не знаю. Ну, такое что-то, ну, или там какие-то загадки, что были, или... Что мама была директором школы. Директором школы? Не, вот давайте, не про маму фильм, а вот про другую тетю. Просто про другую тетю был бы фильм. А что вы знаете вообще про маму? Расскажите, что вы знаете про нее? Мы про нашу маму? Да. Вы, может, ничего не знаете про нее? Ну, мы знаем, что она директор строительной фирмы и... Адвокат. И юрист. Что еще знаете? Мы знаем, что она пастор. Она помогает людям. Да. Мы знаем, что... А что она помогает людям? Что она делает? Она приводит его к Богу и... А зачем она приводит к Богу? Чтобы они служили Богу. Чтобы от всяких болезней мы исцелялись при помощи Бога. Или проблемы. Какие бывают проблемы у людей? Разные. Ну какие, вот как ты думаешь? Вот Ваня пусть скажет хоть два слова. Ваня, какие у людей бывают проблемы? Там Ваня молчит, вообще он не умеет говорить. Какие финансовые бывают? Ну, бывают. Болезненные. Какие? Что болеет человек очень сильно, такого, что нельзя, врачи не могут помочь этому. Рак. Что еще. Потом еще проблемы бывают в семье. Какие в семье бывают проблемы? Ну, не знаю. Ссоры. А? Ссоры. А разводы. А чего люди ссорятся? А чего-то. Классно, интервью получается. Так, Зина, давайте самая старшая. Ты должна знать, что люди, чего взрослые ссорятся. Что-то мы поделили. Ну, давай подскажу тебе. Папа ваш, какой вопрос интересный. Пьяный никогда домой не приходил? Не видели его ни разу пьяного, да? Ни разу не видели его. Так что он пришел. Только в фильмах видели. В фильмах видели, да. И мама же у вас никогда, сигареты ее никогда не ели, да? И папа никогда не курил? Нет, может и курил, но... Но вы не видели? Мы не видели. Ну, молодцы, конечно, откуда вы можете знать проблемы? Откуда вы можете знать проблемы? Ну, рассказывайте, что еще должно быть в фильме? Чтобы его смотрела вся школа ваша. Что-то такое, что привлечет школу. Вань, какой должен быть фильм, чтобы смотрела вся школа? Чтобы тайны разгадывать какие-то. Чтобы тайны? Да. Ну это уже сказали, понял. Приключения разные. Приключения, чтобы были. Да, например, искать каких-то там сокровища или какие-то странные вещи. Или чудовища. Раскопки там всякие там делать. Там. Ходить в горы там куда-то там. Да. А потом обратно ходить. Там чего-то там боятся, там что-то. Только главное, чтобы там не убивали. Чтобы не было, да, смертей? Да. Не убивали, чтобы никого? Да. Чтобы все жили. Может, куклу какую-то подсунуть мертвую. Ну, чтобы никто не курил, да, в фильме? Да. Не надо. И не пил. И не пил. И не пил. И домой пьяным не приходил. Да.